Итак, дорогие друзья, наши музыкальные уроки продолжаются, и сегодня у нас будет новое задание. То есть Настя, ученица нашей музыкальной школы, она будет сегодня учиться играть на аккордеоне с аккомпанементом. Как это понять? То есть Настя будет играть мелодию с басами, да, а энный музыкант будет подыгрывать аккомпанемент. Пожалуйста, Настя. Спасибо, песенка закончилась.